Купили билеты на канатную дорогу, решили посмотреть актуальный вид с горы. Оценка от 1 до 10 белому экрану. Это сбой, пошли. Привела меня Лера кататься на канатке. Вид на канатке. Обсудим? Подписчики, а мы уже вернулись с горы домой и привезли вот такие штучки. Пробовал? Нет. Ну, с виду. Для аватарки. Я такое говно люблю. Я нет. Говорю, вкусняшка для хомяка, тут всякие орешки, сухофрукты. Я попробовала тут с инжиром, тут вот... Или это был не инжир, ну не важно. Или инжир вот этот. Не суть. Тут разные фрукты. Вот. Друзья, мы уже выехали на Донбай. Во-первых, такие прекрасные. Держи. Держу. Все? Вот. Сейчас мы останавливаемся. У нас время завтрака. Время 8 утра, у нас завтрак, поэтому сейчас все покажем. Поехали на реку Улумуруджу. Вот, и ничего лучше мы не могли придумать. Может быть, купить могли шерстяные носочки, там варенье всякие есть. Ну, много всего, но лучшей покупкой мы посчитали. Это мой гусь. Мне попалось где мы ели эти хачаны, мне попалась тарелка с гусем. Когда я увидела это в гусе, я подумала, что это судьба. Такой упоротый. Знакомый. Как назовешь? Я еще думаю. Боня. Топ самых... Топ самых, как имя... нераспространенных имен. Для гусей точно. Для гусей точно. Мы поднялись на высоту 3008 метров. Мы на второй ступеньке. Вот, осталось третье. Я не знаю, видно ли или нет. Покажем горы вам. Пейзаж. О, даже видно солнце. Вот я. Тут правда красиво. Так сигналят? Нет, ты просто стояла. Ну, я просто на дороге стояла.